Так, езжай. Можно говорить еще что-нибудь. О чем говорить? Ну, привет. 24 ноября 2016 года. Thanksgiving. Ждем, когда наша кисочка испечется. А тем временем сами катились на улицу. Джеффри, да? Да, Джеффри Роуд. Эльвашка, ты хоть как-то там к маме поближе. Обхани маму. Можешь там, конечно, наш Эльвашка был в кадре, он сзади. Ну, проедь вперед. Ну, алло, вечно. То он сзади ехал, теперь он... Ну, наверное, это круто. Наверное, едем мы за камушками. Тут есть руда золотоносная, кактусовая, эксклюзивная. Почва крутая. Я боюсь, что ты не справишься с управлением. Одновременно снимать и фотографировать. А там вон люди какие-то, не? Нет, это слишком хороший. Ну это камушек. Давай так, я остановлюсь, а потом ты прокатишься. Ну давай мимо проедем, чтоб там... Я боюсь, что они как раз тоже за рудой поедут. Да ну, нафиг она им нужна. Бешеных нет? Не, таких больше дураков не найдешь. Да. Как мы идем. Да дальше можно. Ну, Кирмаленч с ними. Поехали, проедем. Тут крупновато слишком. Поехали, проедешь. Еще будет. Ну, уже назад возвращаться надо. Да успокойся, блин, 300 метров, давай проедем. Поехали. Это ты не удержишь. Или сапет, и это. Режиссера. Для этого нужна какая-то такая палка. Да какая разница, ты палку не удержишь. Нет, чтобы я ее не держала, а прикрутила. На голову надо прикрутить тебя, да. На голову. Да. Ой, едем, что ты? Мы просто едем.
Да. Вот, теперь я еду. Привет, привет. Ура! Там оно, знаешь, такое мягкое, нежное солнышко. А почему-то тут лица не видно вообще. Я говорю, темно тут. Не, вот до этого как-то... Небо яркое, а тут светлое. Надо там поехать на солнышко, и там будет уже лучше.